Встречались буквально часу, даже еще, наверное, не прошло, встречались с советником главы республики Бату Сергеевича Хасикова с Владимиром Аконовичем Коруевым. Окнаца Ганзам, так мы его все знаем, наш народный джангарчи. Действительно великий исполнитель, великий, наверное, этнорапсод современности, величайший на всем российском и монгольском и центральноазиатском пространстве. И была вот организована встреча благодаря определенным людям. Нам удалось попасть к нему сегодня на встречу и поговорить. Возможно, не знаю, кто-то меня осудит, что я снова как бы выхожу в эфир и, возможно, кто-то подумает, что я опять делаю не по-мужски, как мне. А как нам пытаются сказать, навязать уже в который раз, что мы поступаем якобы не по-мужски, приходя на встречу без телефонов, как они просят все, а потом выходя в прямой эфир и рассказывая, как было все на самом деле. Здесь пишут, где можно посмотреть вашу беседу с Хасиком по поводу митинга. Нашу беседу эту нигде не посмотреть, потому что там не было записи. Там нас всех обыскивали при входе и проверяли на наличие записывающих устройств, телефонов и всего прочего. По этому поводу был только прямой эфир мой, который, я не знаю, сейчас сохранился или нет, я не проверял. Ну что, как дела? Как погода в Москве? Ой, холодно. Говорят, холодно. Да. Да. Я Китн. буквально позавчера Манат последний баскит проверил. больжана. Манат баскит. Мадно да харкла. Термана ике нерте делькене де нерте мана дуч кёгжимте кёгжим ахноим бафта мадн харклауда. Түйіна бабын нерін Акона Владимир в Каруев Владимир Аконович Геман Сурджанов мана кнерте алдыр жаңгырчы мана туулчы дуучы көгжүмчы бас шүлкчы, наверное, да, медрилчи. Ну, в общем, ахыр келекле ир мана медилде медилікче күн бол жана. Мана өдіге цақты тим мінегар болқыла. Ну, что сказать? Встреча была весьма тоже импульсивная. Да, Я же не забегу понял, потому что вперед. это такой, знаешь, экстренный прямой эфир. Я думаю, что-то произошло. Ну, понятно, что дальше на русском я буду рассказывать. Ну, в общем, встретились мы с Владимиром Аконовичем Коруевым, нашим знаменитым Джангарчи, с нашим Туульче, с нашим сказителем народным, всеобщим любимцем, тем самым Главный человеком, хранитель который нашей тоже, культуры, можно сказать, да. которым, имя которого я считаю по праву вписано золотыми буквами, наверное, уже в истории культуры калмыцкого народа, вообще в истории развития нашего этноса, потому что величайший наш современник, культуролог, общественный деятель также и, в общем, все мы его любим и знаем, и когда-то Кроме давно, того, он ученик моей Эйджи. даже вот такие факты. Ну, да. А значит, твоя Эйджа, вы где-то там, да, тоже Такше, в Кибухусе, да?
как нет, бы они оттуда. Учился он, по-моему, в Цыганури. Учился он в Цыганури, да? Да. Ну, они оттуда, с земля Батут, по-моему, вообще с той стороны, да, если не ошибаюсь? Там того рода, откуда Владимир Афанович. Да, ну, в общем, да, написал он следующее. Кто хочет встретиться с Коруевым Владимиром Афановичем? Ну, так сумбурно, быстро написал, резко. Я говорю, ну, все начали задавать вопросы, когда, и сказали, что вот буквально сейчас, вот прямо сейчас. Мы договорились встретиться и поехали в район сети ЧЕС, где там стоит небольшой кибиточный комплекс слева. Я сразу задал вопрос, можно ли там прийти с камерой или с телефоном, на что получил утвердительный ответ «нет». И при встрече, когда я уже подъехал туда, на место, и когда я пришел, там попросили сразу же телефон как бы убрать в автомобиль. Ну, я как бы согласился, хорошо, я его убрал и увидел там нескольких людей, там была женщина. Я не знаю, я впервые ее видел, но это была... Я так понял, это тот твой оппонент из Фейсбука. Напомни, пожалуйста, я не помню имя. Тетя Таня я называю, по-моему, Татьяна Сангаджиева, если я не ошибаюсь. Да. Ну да, она тоже активный пользователь, я так понял, да. Вот в Фейсбуке я часто тоже встречаю ее посты, но она такой достаточно активный, я так понял, комментатор на поле битв талмудских в Фейсбуке, среди того как раз-таки возрастного контингента, который сидит в Фейсбуке сегодня, политически активного, наверное, тоже. Ну, я читал ее комментарии о том, что она, как она успокаивала, как она пытается, я помню ее позицию, что она вообще не хочет допустить 13 числа, и они все переживают за это, все они думают, что нами управляют какие-то проплаченные структуры, что всем это, всем, ну, я понимаю в какой-то степени ее искреннюю, вот в ее глазах я, кстати, увидел искренние переживания, потому что она действительно, может быть, она даже ведомая, как бы немножко в какой-то степени, ну, не в плохом смысле этого слова, она переживает, видно, что за всех реально, за ребят, за парней, за взрослое поколение. Она видит, что мужчины не могут найти компромисс, калмыцкие мужчины. Она видно все равно, она проникнута уважением была и к нам, ко всем. Изначально в кибитке была очень такая теплая обстановка, нам всем налили чай, мы сели за один стол. И вот... Владимир Афанович начал потихонечку как бы давать нам понять, что он знает об этой ситуации. И как бы он сразу начал с того, что он еще не разговаривал с Бату Сергеевичем на тему Трапезникова, что они еще не виделись. Вот. И, ну, все, он тоже очень долго подъезжал к этой теме, я так долго не мог понять, что вообще, как бы, что он хочет нам сказать, но мне было неудобно как бы задавать вопросы, потому что получилось так, что мы, ну, со своей стороны, это Цырен же попросил встретиться, он узнал, что есть возможность встретиться с Владимиром Афановичем, и вот через человека мы с ним встретились. И вот он долго очень так разъяснял эту ситуацию, что вот, мол, да, вот он сидел с таким, он видно, что он был типа озадачен, как бы говорил. Ну, сразу бы начал речь с того, что он, конечно же, против такого решения. То есть он сначала начал обозначать и согласие с народом. То есть все равно, как говорится, мы получим евреи, и то, что... Говорил он такие речи, что нельзя никого других наций возвышать выше калмыка, приводя в пример японские поговорки, где вот у них самый лучший типа иностранец все равно не стоит самого худшего японца. Ну, как бы у них такая есть поговорка. И он начал такие, приводил такие вот примеры.
Весьма неоднозначно я на них отреагировал, ну, как бы. Вот, и, ну, и потом вот начали мы анализировать, и он как бы начал как бы вслух анализировать, я так понимаю, как бы всю эту ситуацию, и говорит, что вот у нас есть три варианта, что самый лучший вариант, он считает, что, конечно же, уговорить Бату Сергеевича. То есть, по его словам, он еще не разговаривал с Бату Сергеевичем, и он видит еще какой-то смысл повлиять на него тоже как советник, как назначенный советник. Потому что вопросы мы, конечно, мы свое, со своей стороны, как вы уже все знаете, и ты знаешь, как нашу позицию, мы тоже изъясняли, конечно, вкратце тоже в начале, чтобы вживую они все это услышали от нас, не там через прямые эфиры. И он, кстати, сказал, что он смотрел тоже эфиры, выступления, он за всем этим следит, он все это видел. Значит, и ну, три, вот он сказал, у нас есть варианта. Три варианта развития событий. Самый лучший, это, конечно, уговорить Бату Сергеевича, ему сделать, чтобы он сделал шаг назад, услышав народ, соответственно, наш. И тем самым он бы согласился с тем, что он был бы в выигрыше. Ведь мы говорим, если вы нас услышите, ведь это будет вообще замечательно. Зато в народе у вас будет колоссальная поддержка. Мы так и говорили, как бы, сами по Бату Сергеевичу. Вот. И он это посчитал самым лучшим вариантом. Вторым вариантом, что как бы он нас не услышит, как бы если даже он, я ему скажу, он как бы тоже со мной подискутирует, но все равно, возможно, он примет свое решение, и тогда будет митинг, то есть санкционированный 13 числа. Ну, то есть он намекает на то, что он вообще, типа, у него есть мысль поговорить с Бату Сергеевичем, и типа до митинга это сможет повлиять на Бату Сергеевича, и возможно, то есть он рассматривал типа вариант вообще не допущения митинга, что возможно он вообще ему скажет, и он его услышит в силу просто его возраста и в силу того, что он же, как бы по его словам, не просто так меня назначил, уповая на это. Да, мне тоже как бы это показалось вполне логичным. И третий вариант, то, что мы выйдем на митинг, будут провокации, будут очень много грязных провокаций. И со стороны заинтересованных людей, и со стороны правоохранительных структур, возможно, как бы мы это тоже обсуждали, что будут провокации, и что нас всех забьют дубинками, и нас всех положат, и разве вы забыли те события, которые были при Кирсане Николаевиче? В общем, вы поняли, да? Угу. Санал. 2004 года, да, он имеет в виду? Да. Ну и причем на третьем варианте, как мне показалось, не знаю, может быть, мне так показалось, кому-то, может быть, так не показалось, но мне показалось, что на третьем варианте он сделал особенный акцент. То есть этот третий вариант мы там как-то так получилось, я не знаю, что он начал как бы развиваться, мы начали говорить о возможных провокациях, как их избежать, как должен проходить этот митинг и все прочее. И вот Надежда Сангаджиева, она тоже присоединилась потом через какое-то время к нам в разговор и тоже высказала Татьяна свою точку зрения. Вот Татьяна Сангаджиева, да, я извиняюсь. Я, к сожалению, не знаю по отчеству, мне неудобно, она все-таки старше, но... Я тоже не знаю, к сожалению, сказать. Да, ну, за незнанием, простите, пожалуйста, да. Ну вот Татьяна Сангаджиева сказала, что, ну, может быть, вообще не надо, ребята, то есть, ну, видно было, что она с переживанием говорит, конечно. Видимо, ее тоже, конечно же, запугали, и человек, конечно, еще... Она пишет, да, мне о какой-то крови там, что я людей толкаю на кровь, что я вообще намсыровец,
из-за того, что я родом из Кичинера. Но вот Татьяна Горяевна, к сожалению, Татьяна Горяевна, тоже, да. Тоже, да, она зомбирована чем-то. Она пишет, что я там проплачена. Но я бы не стал ее как бы обвинять в этом что-то. Ну, я, ну видно, в любом случае видно, что у нее искреннее переживание. Пусть даже будет так, там, и не так или иначе, она искренне переживает. Возможно, она даже и не хочет сама в это вдаваться ни во что. Ее просто все это не устраивает, и она искренне и открыто об этом сказала. Что ей это не нравится, что... Да, она пыталась, да. Она пыталась как бы об этом сказать. Ну и учитывая ее комментарии, о том, что она писала там, да, все-таки надо дать шанс Бату и все прочее, ну, можно по-разному расценивать это, я не знаю. Ну, в общем, мы ее выслушали, да, но она сильно в разговор не лезла, она тоже проявляла деликатность, уважение, вела себя... Никак что мне понравилось, она вела себя как настоящая калмыцкая женщина, да, она... очень гостеприимно нас всех расположила, постоянно следила за столом и за тем, чтобы у нас хорошо проходила беседа, не лезла, и только вот в один момент, конечно, она попросила слово, свое слово сказала, и потом с нами она не спорила, она тоже сказала свое слово, отошла скромно, и, ну, было все равно приятно, и было все равно какое-то почтение, я к ней все равно почувствовал. Так что, Санал, я думаю, вам все равно нужно, ну, тоже понять и не горячиться, возможно, с ней, потому что, ну, человек... Он просто искренне переживает, он, ну, может быть, он еще сильно не осознает и не понимает наши, как бы, нашу силу и то, что на что уповаем мы, но винить тоже сильно давайте не будем друг друга. Я это, по крайней мере, про этого человека там вот так вот понял, как бы прочувствовал. Как зовут этого мужчину, который... Я, Юрий, блин, я вообще не... Юрий, да? Да, Юрий Иванович, да, это хозяин этих, значит, этого... туристического комплекса, этнокомплекса. Да, он тоже говорил слово, но, в принципе, его позиция тоже была понятна, быть аккуратным, ничего нового, в принципе, он сильно нам тоже не сказал. Но вот по Владимиру Аконовичу дальше. Обсуждались разные моменты, и как бы, я так понял, он всем видом хотел дать понять, или он действительно, может быть, так думает, что он тоже против, в итоге, ну, как я и говорил, он против этого назначения, он как бы вроде бы тоже его разделяет, не вот это непонимание наше, и как бы говорил о том, что он хочет еще сказать. И в то же время постоянно разговор заходил совершенно в другое русло. В итоге доходило до того, что, ну, вот есть вариант такой, с другой стороны, если посмотреть, то, ну, и пришел этот Трапезников, ну и чё? Ну и пусть, ну да, я хм. Ну, может быть, сейчас можно схавать, он говорит, сглотнуть. Типа, как монголы. Я говорю, это манчжурский вариант. Он говорит, ну, а тут, ну, люди добавляют, нет, это монгольский вариант. Ну, как бы, сглотнуть. Сейчас сделать два шага вперед, типа там, убежать, а потом... что-то там дальше сделать якобы. И меня в этот момент, наверное... Мне стало смешно, я бы ушел. Знаешь, ну мне в этот момент стало, в принципе, наверное, все понятно вообще в положении дел в республике и с теми людьми, которые являются для многих все равно действительно серьезным как бы ориентиром. Ну и... Печально, конечно, да. Да, я не буду, знаешь, ну, честно, уже мне не хочется, что-то вот я сейчас даже говорю, да, все, разговор заходит, мне не хочется дальше вообще многие подробности рассказывать этого разговора, дабы просто не внести раздор в общество, потому что я знаю, что есть очень много людей, которые все равно уважают, и я бы хотел вот все равно в силу возраста как бы тоже уважить человека этого, не рассказывать. Я скажу просто так, что у нас между с ним произошел личный конфликт. Прямо там, в кибитке. И он даже произошел, к сожалению, на повышенных тонах. Потому что в один момент на задаваемые вопросы ему прямые... На эти вопросы он
сказал, вот мне такой, задал мне вопрос, говорит, а Диана, вот ты вот как бы правильный там парень, да? Ты там чик халгар йовдык кёвин, да? А вот теперь мне расскажи, говорит, что вы там ездили в Китай, когда выступать там с Геляной Бимбеевой, с Аркадием Маминовичем Манджиевым и с Дианой Басхамджиевой. Вы что там, тень на имя республики там оставили в Синьцзяне, Китине? Вы что там позорите калмыков? Я вообще не понял, вообще, короче. Так, при чем тут это? Во-первых, это раз. Во-вторых, что за позор и вообще о чем речь? Потому что, честно, меня шокировало это. В-третьих... Это их работа по дискредитации личности твоей. Просто по... Слушай, тебе самом. И ты знаешь, я с чего больше всего офигел? С того, что это грязь на самом деле, которую вот он вылез, выцепил, да? Угу. А она реально как бы... Вот я расскажу историю, что как было на самом деле в Китае. В Китае произошла ситуация такая, что в Синьцзяне живет есть одна предприниматель, синьцзянская калмычка Тургутка Начин, 82-го года рождения. Она такой общественный деятель, это, ну, довольно-таки в Пекине, в кругах, в бизнес-кругах калмыцких. Она, ну, как уже проявила, хочет проявить себя и проявляет себя как меценат и человек, который вносит какой-то вклад в общество. И она, ну, как бы приезжала неоднократно в Калмыкию, и она являлась поклонником вообще калмыцкой культуры и всего прочего. Познакомилась с Аркадием Наминовичем Манджиевым, и вот организовывала концерт в Пекине, предложила организовать концерт калмыцкий. И вот через Аркадия Наминовича я попал на этот концерт. То есть он мне предложил поехать в эту поездку. Концерт назывался «Калмык поп-перформанс», где мы представляли там калмыцкую поп-музыку впервые в Пекине, но в большом зале. Концерт прошел замечательно, все прошло хорошо. Были какие-то у них небольшие какие-то недоговоренности. Я так почувствовал, что у Аркадия Наминовича, возможно, были какие-то там недоговоренности с организаторшей, ну, с ней самой, с этой Начин. Но в целом все было хорошо, концерт был хорошо. Прошел хорошо, и мы уже собирались улетать. И произошел такой случай, что Начин, значит, приехала в аэропорт провожать нас. И в этот же момент уезжала Геляна Бимбеева. Она улетала в Казахстан на свой рейс. И Начин пошла провожать ее до терминала. Нам вручила билеты, объяснила нам на калмыцком, ну, на... ломаном, так сказать, калмыцком, у нее тоже как бы не совсем такой чистый калмыцкий язык, он тоже, вот у нее он очень сильно смешан с китайским языком, хотя есть там чисто калмыкоговорящие люди, но у нее вот именно явный такой с китайским акцентом был. Она объяснила нам, куда пройти, в какой терминал, быстро-быстро, и в общем они убежали. И мы должны были найти этот терминал. Мы пошли вот по ее объяснениям, она сказала там Барунтал, потом Зюнтал, ну Халимгар, Егят, в общем, Мецарин нам объяснила. Мы пошли, пока мы пошли в этот терминал, мы, оказывается, пришли не совсем не в тот терминал, сдали не, наш багаж уехал в другую кассу, в другой какой-то отдел. В общем, там произошла целая неразбериха, в общем, мы неправильно ее поняли, неправильно друг друга поняли и пошли в другое место. Понятно, да? Пока мы там разбирались, там уже регистрация закончилась в нашем отсеке. А это гигантский аэропорт, Путонг внутренних рейсов. Просто огромный. Там пока из одного терминала в другой попадешь, там 3 этажа надо пройти. И, в общем, мы опоздали на регистрацию. Понимаешь? И самолет, все, нас не впустили. Плюс к тому, мы иностранцы, мы пытаемся объяснить. Китайский никто не знает, а они английский совершенно никто не знает. И мы опоздали на рейс. А то, что мы, так как мы опоздали, мы стали звонить сразу, соответственно, Начин, пытаться объяснить ей ситуацию. Она в этот момент не брала трубку, потому что она то ли была занята, то ли что. Аркадий Наминович в этот момент позвонил своей названной тете, так скажем, в Синьцзяне, это знаменитый меценат ЦЦ.
Она приехала в аэропорт тут же и стала звонить всей общественности, там, Синьцзяна в Пекине, да, стала звонить всем людям, стала звонить этой на Чин, пытаясь разобраться в ситуации, ну и в итоге приезжает на Чин, и произошла такая некая разборка у них между собой, там приехало очень много других синьцзянских людей, и они все начали разбираться по этому поводу, что, почему так получилось, в итоге, ну, они все начали обвинять эту на Чин в том, что она нормально не, как сказать, не проводила нас. В общем, и все нормально, все замечательно, разобрались. Нам предложили остаться в Синьцзяне еще отдохнуть. Аркадий Наминович улетел в Урумчи, Геляну отправили, все замечательно, мы разобрались. Потом уехал, значит, проходит какое-то огромное количество времени, и выясняется, что, оказывается, видимо, Начин встречалась с Владимиром Маконовичем, и со своей стороны как-то рассказала ему эту историю. Видимо, она тоже была обижена на что-то. И как бы... Но дело в том, что очень много людей, именно самих синьцзянских, как бы именно отчитали ее за этот поступок, потому что она нормально не проводила гостей. Ну, действительно, мы не знали, мы не понимали китайский язык. И я считаю, ей действительно нужно было довести до нужного терминала нас, чтобы мы прошли нормально регистрацию и сели в самолет и спокойно улетели в Москву. Вот. В общем-то, и никакого конфликта, собственно, не было. Я до сих пор с Начин в нормальных отношениях. Может быть, у них там как-то с Аркадием Наминовичем что-то как-то не срослось, и у них она, может быть, на него как-то была обижена, я не знаю. Но, они, по-моему, насколько я слышал, они тоже разобрались. Но, в общем, с какой-то стороны, возможно, он где-то услышал, или как он узнал вообще об этой ситуации, я не знаю. То ли он с ней общался. Но, в общем, он вообще с этой стороны как-то начал говорить, что вот, вы там бросили тень на калмыков в Китае, опозорили. Я вообще не понял, почему я опозорил, почему этот человек меня отчитывает, и вообще какое он имеет право меня, от какого лица он меня в этом обвиняет. Да? Если его даже там не было, он причем еще не разобравшись, не выслушав вторую сторону. Я ему говорю, давайте я вам объясню. Он, хорошо, давай, объясняй мне сейчас, объясни мне сейчас, давай. Мне, знаете, было смешно, еще даже, чего я ему объясняюсь, но я ему все равно рассказал всю эту историю со своей стороны, ага, и он так, знаешь, выслушал, ему, видать, уже нечего сказать, он говорит, ну как ты не мог, ты Залу Кюн взрослый, ты что, не мог посмотреть билет там, что ли, что вы там позоритесь там, и он начал меня стыдить еще при незнакомых людях совершенно. При чем тут вообще это? Я вообще этого не понял. Понимаешь? А ты посмотри у меня в Инстаграме. Извините, извините, сейчас эмоции снова идут. Я не буду говорить, я не буду рассказывать. Себя как личности. Я вообще не понял. Ну, Владимир Иконович, зачем такие грязные методы? Это вообще личный какой-то, я не знаю. Причем, знаешь, родной брат этой Начин, родной брат, извинялся перед нами, он там лично синьцзяне, он говорил, что это же женщина, она у нас такая, да, но ее стоит уважать тоже. И мы ее все до сих пор уважаем из прекрасных отношений, но, возможно, у нее какой-то след такой женский остался, она немножко ему пожаловалась. Но он не спросил даже окружения остального, не спросил других организаторов этого концерта. Да, конечно. А Диана, смотри, дай скажу. Это попытка дискредитации тебя как личности, чтобы тебя больше не слушали, чтобы сказали, ай, Адьян, ты о чем там, он вообще в калмыков позорит. Он там, он даже этот, в аэропорту путается там, да? Первое. Почему я тебе это говорю? Потому что сейчас тоже происходит то же самое со мной. Есть у меня там в Инстаграме, сегодня прям пристал ко мне там один наставник мальчиков, посмотрите, Аркадий Муниев такой. Я сначала отвечал ему в Инстаграме, как и всем отвечаю. Потом я проанализировал страницу его. Вот Аркадий, нижний подчеркивание, Муниев, комментарий у меня есть там, придрался к моей профессиональной деятельности, якобы я там преступников из тюрьмы вытаскиваю, да, и так далее, якобы насильников, убийц. Во-первых, я ему написал, что я занимаюсь преступлениями в сфере экономики. Он говорит, а, значит, вот ты жуликов, обманщиков, этих чиновников вытаскиваешь. Ну, то есть, вопрос его... Я не знаю, что он мне хейтит, а потом понял, у него в подписчиках есть Чингиз Беликов, он там тусит с Александром Каманджаевым, да, одним из тех, сколько там у нас депутатов ГС?
количество. В общем, один из депутатов ЭГС, этих смельчаков-патриотов, которые проголосовали за Трапезникова. То есть, ну я понял, откуда идет, да, этот хейтинг на ровном месте. Придираются к моей профессиональной деятельности, спрашивают мои победы и так далее, где я был раньше, что я вообще, кто такой, что я там мусор не убираю в дружбе, да, ну вот это такое. Посмотрите, а у меня к нему, конечно, тоже большие вопросы, почему это его наставник мальчика, во-первых, да, потому что наставник каждого мальчика должен быть либо мужчина, папа, либо его баджа, либо его ава, да, но никак не какой-то парень Аркадий Муниев. И у него в аккаунте, я сейчас просто, я сейчас тоже хочу, чтобы он ощутил волну хейтинга, в аккаунте написано «Наставник мальчиков от 8 до 18 лет». Я не понимаю, откуда такие предпочтения у него вообще. И не понимаю, почему, что происходит с мальчиками после 18 лет. И почему он не берет он младше 8. Что за такие вкусовые предпочтения, да? Первый вопрос. Ну, это я так, это, стебусь, понятно, да? И какими методами он наставляет там мальчиков. Ладно, мы отвлеклись на отдельную конкретную личность. Но это попытка дискредитации тебя как личности, чтобы, Адьян, ты потому что слишком правду матку рубишь, поэтому ты тоже, как и я, стал непредсказуем, неуправляем, и все со всех собак на тебя спустят сейчас тоже. Знаешь, ну, как бы я это, еще хочу сказать такое. Там сегодня ему задавался прямой вопрос. Вот, вы как советник избранного главы, вы же понимаете как бы всю абсурдность этой ситуации. Почему уже почему Бату Сергеевич с вами он разве не советовался по этому поводу? На что он ответил? Со мной он не советовался по этому поводу. То есть вот это буквально типа вот-вот, со мной он не посоветовался. Я хочу и вижу смысл еще до него дойти и поговорить. И как бы и они еще говорили, что постоянно ссылались, что... С тобой такие тоже перестречи с Бату. Ой, сейчас мы поговорим, мы сможем убедить его. Ну и ему на встречу объясняют, ну вас же там рядом с ним сидят такие люди, как вы, как Арултан Басхаев вроде бы, да, такие серьезные люди, но все же осознают, что Трапезников это зло. Все осознают. Это почему вы, да, неужели вы просто так сидите? Вы же согласны, что Трапезников это зло? Он соглашается, он говорит, да, конечно, там, туда-сюда, ДНР, Донбасс. Он, ну, как я и говорил, он разный. Ну, за ДНР он не говорил, причем там даже пролетели иногда такие фразы с его уст, что типа можно и рассмотреть, конечно, такой вариант, там нам какая разница, откуда деньги, из ДНР или не из ДНР. Во-первых, никаких денег не будет. Ну, не, он говорил, если даже это он как приводил как пример, то есть он типа не поддерживает эти мысли. Понимаешь, типа. То есть он допускает сам такую мысль, что реально деньги будут в республику идти из этих кровавые военные деньги. Понимаешь, сам Владимир Аконович, мне кажется, то есть он в этом и как бы прокололся, то есть он проговорился в этом месте, что он сам допускает такой вариант, понимаешь? И он это как бы нам, он это нам преподнес, типа, что он это считает как бы тоже, типа, он это все осуждает, но, типа, а что теперь делать? Вы же понимаете, что есть Кремль, что есть политика, что в политике тяжело просто так продавить. Это все понятно, что это. Есть Путин. Не надо лезть. Вот именно, ну вы же советник, мы объясняем, вы советник, мы не советники и никто, но мы пытаемся, как бы, мы за своего земляка, за Бату, мы переживаем за него, мы тоже говорим. Понимаешь, в чем дело? И он говорит, ну а что если проглотить? Ну сейчас проглотить. С проглотами он пусть это... А дальше сделает два шага вперед, типа. А какие два шага
буду дальше вперед. Я ему сразу говорю, какие будут два шага вперед, если и сейчас у нас просто снова за голову просто опустят вниз, и все, чтобы мы молчали. Боюсь, что если мы сейчас делаем шаг назад, как он говорит, да, или проглотим вот эту слюну, которую нам харкнули в лицо, да, так, собрали эту трыкин, там так, прям зеленое все, так, и по лицу нам плюнули этим трапезниковым. Я думаю, что после этого с нашей республикой, с нашим городом, с нашим народом, да, можно делать все, что угодно. Не хочется, конечно, разговаривать на уровне слухов, но говорят, что, ну, естественно, трапезника за собой потянет свою боевую братву из ДНР. Но это опять же слух, я не хочу... Ну, кстати, Владимир Аконович об этом тоже как бы упоминал, что такой вариант тоже возможен. Он в этом признавался. И ему мы задавали вопрос, ну неужели... Вот вы для чего тогда создавали все эти места, советники? Для чего этот весь кадровый резерв? Для чего все это? Для чего это уважение к старшим, эти посты в Инстаграме об уважении к старшим? Для чего? Ну, ведь и он сам начал говорить, Владимир Аконович, он сам начал говорить, что нет, сегодня уважение к старшим, сегодня уже это не игра, ну, нету такого. Это уже не имеет силы. Я с ним согласен, сегодня действительно не имеет силы это. Сегодня есть уважение к личности. Потому что, ну, тупо к старости так и развития не будет. Я тогда развиваться сейчас не буду и буду просто стареть. И когда я постарею, слушать, да? И меня же будут все слушать и уважать. Ну как это так, правильно? Да, я согласен с тем, да, с тем убеждением, что да, старость это не есть уважение. Старость надо, уважение нужно всегда все равно заслужить. Конечно, где-то просто можно не с кем-то не спорить просто из уважения к возрасту, да? Но не переступать там, я не знаю, через собственную гордость, это, через собственную совесть, ну как так можно? И поэтому я сегодня тоже, да, достаточно эмоционально сегодня разговаривал с Владимиром Аконовичем. Я не буду говорить, что продолжалось потом, потому что я ему привел все доводы со своей стороны, он услышал мою сторону. Раз ты начал, правда, матку рубить. Разговор пошел на повышенных тонах, потому что я ему объяснил, что со своей стороны я вообще не омрачаюсь. Он говорит, я говорю, почему вы считаете, что я опозорил там где-то Калмыкова вообще? Зачем вы мне это говорите? Я же вам не говорю, почему, что, большая часть там, вся диаспора Франции очень негативна. Негативный след он у всей диаспоры Франции оставил. Такие слухи ходят везде. Я вот неоднократно слышал от представителей французской диаспоры, что Владимир Аконович там приезжал, когда записывал свой диск, что-то там пообещал, что-то там, я не знаю, потом ему помогали всем с жильем, еще с чем-то, финансово, там, все его принимали, встречали, а он потом уехал, и о них там сказал какие-то вещи, что они уехали Халимгу туда, что с них взять, типа. Он от них отзывался вот так. Я разные слухи слышал, я не буду сейчас дальше это, я вот как пример просто сейчас привел, да, но я, зачем мне это говорить, я много что слышу о разных людях. И тем более, зачем мне нужно было это говорить? Я никогда это не начну, тем более в каком-то в разговоре, когда мы касаемся другой темы. Зачем он меня начал при незнакомых людях дискредитировать? Какую-то грязь какую-то во мне искать. Ладно, дальше. Да. Ты сказал сам сейчас, если ты коснулся, давай дальше. Хорошо, я скажу, что было дальше. Он там начал говорить, там был СОТ, который не хотел идти на эту встречу, потому что он опять говорил... Братан, я сейчас пойду, и меня как племянника Намсыра сейчас будут говорить, что вот это намсыровский, еще какие-то там вещи будут говорить. Он не хотел идти. Я его уговорил, пойдем, мы ничего не потеряем от этой встречи. Угу. Он, был, да? Да, он был, он тоже пришел, он вообще тему ни за Намсыра ничего не задвигал. А они сами задвигали такую тему, что вы, якобы мы все равно... Да, может, мы от чистого сердца, но вами управляет, вами манипулируют и пользуются другие злые силы. Те, кто потерял власть, те, кто вот эти бандиты, которые все воровали все это время воровали и грабили этот город. Вот. А сейчас, вот, мол, вот Бату хочет от этого всего избавиться, и он против Орлова. Самое главное, Орлова надо, короче. Орлов, это враг наш, короче. Все это вообще в другую тему. Я ему говорю, ну вы уберите Трапезникова, говорю.
Мы-то не против того, чтобы он против Орлова топил. Причем тут это вообще? Трапезникова уберите. Но ничего вразумительного, больше серьезного они ничего не предложили. В итоге все склонялось к тому, что пессимистичным настроем, как бы вас там в итоге вас не побили, не избили, короче, да, не оставили в дураках и не забыли. Я говорю, значит, вы так и сами планируете, наверное, да? Вы, значит, так и видите сами. Это, наверное, ваше желание, если вы так об этом часто говорите. Так, что ли, получается? Никакой поддержки все равно я там не ощутил. Я не ощутил вот этого действительно. И как бы ему задавали вопрос, для чего тогда все эти советники, для чего вы все там сидите в совете? Он ответил, я хочу тот же самый вопрос ему задать. Вот он так ответил. Серьезно? Да. Потому что мне тоже... А он не понимает, что он там делает, да? Да, как бы он как бы вообще так сказал мне. Но в то же время он почему-то вел какую-то двойную политику, знаешь, уговоров во время разговора. Мне кажется, мое мнение... Да, мое мнение, что это было лукавство. Что он сам, потому что то ли Цирен, то ли кто-то мне еще сказал, кажется, как бы он вроде говорил о том, что он вообще хочет там пойти снять с себя полномочия, попросить, как бы, чтобы его советника как бы отозвали. Я ему еще задавал вопрос, вы 13-го будете? Он говорит, 13-го скажет, 13-го покажет. 13 число, типа, покажет нам, выйду я или не выйду. А кто выйдет? Вот такой это. Кто выйдет? Владимир Аконович. Он к нам выйдет? 13-го да, мы ему говорили, вы 13-го выйдете с нами или нет? Угу. Вы с нами или нет? Он говорит, 13 число покажет. Вот его позиция. А, ну понятно, не выйдет он. Наверное. Ну ладно, не буду я его осуждать. Я сомневаюсь, что он выйдет, да. Но знаешь, и они вот так вот говорили, вас забьют, короче, вы же знаете, как здесь, вы же знаете, в каком мы государстве живем сами. Давай обсудим дубинки. Я говорю, обсудим. Подожди, я ему говорю, я обсуждаю сейчас эти дубинки, я ему говорю, а почему вы тогда правду эту не говорите всегда, вот везде, вот, по телевизору, везде, вы в газетах. Там в интервью, почему вы не говорите, в каком мы государстве живем, в каком мы государстве живем опасно, почему сейчас мы сидим без телефонов, вот мне хотелось задать опять вопрос, мне было смешно от этого всего, зачем вы попросили нас эти телефоны убрать, вы в итоге с народом или что, вы от народа или от кого, непонятно, с какими целями вы там все, мне хотелось тоже это задать вопрос, но искренне, честно, как у уважаемого человека, я пришел в надежде услышать, может быть, какое-то действительно сопереживание. Но я услышал как бы поверхностное переживание вроде бы как, но в то же время там было очень много других моментов, таких неоднозначных, очень неоднозначных моментов. Да, то, что неискренним был Владимир Аконович, по-моему, с нами сегодня. И он в итоге... Никакую в итоге позицию четкую он не высказал нам сегодня. Он в итоге нас отговаривал, я так понял, он нас отговаривал от всего этого. Если тем более прозвучало такое слово, как «А что если сглотнуть?» Ижилы тенге хорнды бәдігі, Ижилдәт нүрдігі халым бұд. Дау сәхіні әмдірілі олсын, Дауста тегіні негідім. Кесігі жиліні ерксті бидін, Халуын арнды батырықсын. Ғашута цагігі үкнірі дейлсін, Хату күчелер хәлілсін. Субтитры сделал DimaTorzok.
Сады, да сады, босхия. Сердце, сердце,